На конкурс дети читают стихи. Самойлов. Сороковые роковые. Читают учащиеся 8 класса Барановской средней школы. Сороковые роковые. Военные и фронтовые. Язычения похоронные. И перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы. Просторно. Холодно. Высоко. И погорельцы, погорельцы качуют с запада к востоку. А это я на полустанке. В своей замурзанной ушанке. Гнездёчко неуставное. А вырезанное из банки. Да, это я на белом свете. Худой. Веселый. И задорный. И у меня табак в кесете. И у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю. И больше нужного хромаю. И пайку надвое ломаю. И все на свете понимаю, как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось. Сороковые. Роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России. А мы такие молодые!